Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео из рубрики «Первый взгляд». Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на крайне интересную игрушку под названием Lumberjack Simulator. В общем-то, в принципе, это у нас симулятор лесоруба, наверное, все-таки это так как-то переводится. Меню игры крайне простое, то есть, в принципе, здесь ничего такого сложного нет. Сразу нас встречают новости, вот так вот они в левую колонку все сдвинуты. Вообще такое ощущение, как будто меню, знаете, как планшет какой-то открываешь, и как будто это вот реально на каком-то планшете все у нас отображается. Это у нас домашняя страница, как я понимаю. Здесь у нас меню Play, в котором, мало ли, мы сохранимся, не дай бог, в этой игре у нас можно будет загрузиться. Ну и здесь, соответственно, у нас идут туториалы. То есть базовый какой-то туториал, туториал по скидеру, то есть по вот этой машинке, которая, видимо, пилит и обрабатывает все это дело. Дальше нас, наверное, научат, как это все дело грузить и перевозить. Ну и, соответственно, здесь у нас уже открытый мир идет на уровне сложности легкий, средний и hard, development version. То есть, ну, видимо, тут прям совсем-совсем все жестко. И, может быть, все инструменты доступны сразу, но не знаю. Ладно, давайте хотя бы для начала просто попробуем пройти Basic Tutorial, то есть посмотреть вообще, что это такое, как это выглядит, как это играется и как вообще это ощущается, что это такое. Потому что даже, допустим, в том же фарминге, где можно заготавливать деревья, там, в принципе, это делается все легко достаточно. Так, мы где-то появились. А где я? Короче, я не знаю где, но какие-то зеленые ворота тут есть. И по всей видимости, нам надо через них путешествовать. Такой вот у нас прям распрок из контры можно тут тренировать. Управление какое-то немножко заторможенное. То есть ты вроде останавливаешься, вот отпускаю. Вот даже смотрите, иду, отпускаю. И оно еще какое-то время камера дальше движется. То есть немножко как бы подторможенное здесь какое-то управление. Так, какая-то область вокруг леса. Ну, по всей видимости, здесь нам надо будет заниматься вот этими всякими вырубками. А как мне что-либо взять? Вот мне вот это вот вопрос этот интересует. Можно как-то подсказку дать какую-то о том, что взять надо мне? Каким образом это все берется хотя бы? Ничего ведь нет. Совсем. Я не знаю, что нажимать. А, вот Q. Топор. А, ну, видимо, топором мы нихера не сможем рубить. Пила. Так, ясно. Видимо, надо прям какое-то, чтобы зеленое было, да? И тогда только я это смогу сделать. Куда он? 3 feet. Чего? Я нихера не... Во! Вот это можно спилить. Все, что ли? Фью. Типа 3 дерева надо, наверное, повалить. 2. Нет, это не пойдет, это слишком большое для нас. Маленькие мы не трогаем. Ну все, типа 3 дерева я завалил. Что, мы можем дальше идти? Денежки такие крутятся. Ладно, побежим дальше. Видимо, все. То есть задание я типа выполнил, когда завалил одно дерево. Так, это, как я понимаю, наша стартовая база. Ух ты, нас прям приветствуют. Мы в машинку можем даже сесть. Это что у нас за тачка, кстати? Рам, по всей видимости. Очень похоже на рам. Так, как нам в нее сесть-то? Что надо нажать, чтобы сесть? А, Enter. Так, вид от первого лица. Ну, конечно, конченое все такое. Но звуки прикольные, кстати. Ну, физика, не знаю. Как-то так. Такая же деревянная, как и, допустим, в этом... фарминге. То же самое. А чё мы так замедлились? О-о-о-о! Серьезно? Тут даже можно вот так? Да ну на! А как мне выйти, допустим, из тачки? Это можно как-то сделать раньше? У нас дифференциал открытый, а как его закрыть, я не знаю. А вот, я из машины вышел. Смотрите, здесь прям реально грязь можно месить. Ну, нихера себе. Вот это да. Еще бы знать, как дифференциал включать, потому что вот он у меня сейчас показывает, что он открытый. И, естественно, я никуда не еду. То есть я просто стою на месте и буксую.
А на какую? А вот, на какую-то кнопку он у меня, короче, залочился. Я просто что-то переключил. И что? Я заглох, что ли? Да, на П у нас заводится двигатель. Короче, просто все подсказки, вот, которые идут слева, сверху, они, как я понимаю, вообще сделаны под геймпад. То есть под ПК настройку они не переведены вообще абсолютно никак. За это уже минус. То есть как бы я играя на ПК, о, деревья можно сбивать. Вот это прикольно. А, допустим, не имея геймпада, я вот должен угадывать, на какую клавишу мне надо нажать. Но это же бред полный. Ну, салон простой, просто текстура какая-то, там зеркала, непонятно что. Но вот впереди грузовик у нас, конечно, стоит. Я думаю, там вообще просто ужас какой-то будет. Выходить из тачки, ребят, на Enter, короче, запускать машину и глушить на буковку P, ну это Z русская, да, дифференциал блокируется у нас на буковку O, английскую букву ща русская, вид меняется на C, то есть это как бы угадываемое все дело. Выходить из тачки, Enter, или что надо нажать, чтобы отсюда выйти? Leave vehicle U. Ну вот я U, допустим, нажимаю. Она ни хера не выходит. Сейчас мы будем... А, вот. Короче, что-то нажал, не знаю, из машины вышло. Все, больше я в нее садиться не буду. То есть садиться на машину, в машину Enter, а выходить V. Ну что это такое? Господи. Так, теперь нам куда ехать-то? Что нам надо делать? Until final checkpoint. Ясно, короче, хер поймешь, куда ехать. Непонятно зачем. Что делать вообще, куда ехать, ничего не понятно, абсолютно, ровным счетом. А, вот, в обратную сторону вообще, мне кажется, надо ехать, ясно. Разработчики, спасибо вам огромное за информативность, конечно, вы просто лучшие в этом деле. Тут хоть чувствуется, что это типа грузовик, то есть он еле-еле едет. Здесь, как я понимаю, у нас починка будет происходить. Так, ну теперь, ну давайте дифференциал мы тогда откроем. В принципе, нам блокировки никакие не нужны. Такой, знаете, типа аналог Спинтайрс. Ну вот, кстати, мини-карта прикольная сделана. Показывает, где леса растут, там, где горы и т.д. и т.п. Это прикольно сделано. Так, грузовичок у нас все потихонечку начинает тухнуть. Тут ты хотя бы по физике его просто чувствуешь, что он тяжелый. Ему тяжело ехать. Ну, графика прикольная, да, базара ноль, графика крутая. Машина взаимодействует с окружающей средой, то есть у нас ветки прогинаются, видно, там деревья сбиваются. Ну, то есть это понятно, я надеюсь вам. Ну, еще бы оно здесь, блин, не было взаимодействия, я бы тогда вообще эту игру просто уничтожил, если бы здесь взаимодействия с окружающей средой не было. А, то есть они еще и не сбиваются просто так, да? Типа как в Спинтайрсе, ну вы поняли, да? Так, ну может мы поедем? Что у нас там случилось? Почему мы никуда не отправляемся? О, пацаны, мы забуксовали. Камера только крутится через колесико мышки, то есть когда вы его нажимаете, только тогда у вас крутится камера. Так, ну блокируем диф и в принципе мы едем. Не совсем понимаю, конечно, как мы здесь застряли и почему мы вообще здесь застряли. То есть, как бы, в принципе, местность такая, не болотистая, ничего, все нормально. Да, конечно. Вот это жесткая тема. Ой, блядь. Все, короче. Как я понимаю, если вот это произошло, то все, смерть. Все, ясно. Ох, хо-хо-хо-хо, ребята. И машину, как я понимаю, никак уже не вытащить оттуда. То есть у нее ни лебедки, ничего нет. И, соответственно, надо каким-то образом либо ее отрисать. Что-то нужно сделать, чтобы она у нас восстановилась каким-то образом, да? И поехала, ну, в нормальном своем виде. Либо просто ее бросать и начинать игру заново. Блин, вот. Не дошел ведь даже до погрузки бревен.
И вообще я не могу, короче, даже ни влево, ни вправо двинуться, ясно, короче. Да, ребята, чё-то как-то вот, ну знаете, честно признаться, как бы хочется игру похвалить. У нее достаточно красивая графика, приятный вот этот весь грунт, выглядит она прикольно. Я бы прям реально был в ахере, если бы Spintires выглядел вот так. Ну или там, что там у нас будет, SnowRunner там какой-нибудь, или MudRunner, там неважно. Если бы он выглядел вот так, то есть, ну реально как бы земля похожа на землю. Какие-то где-то лужицы, болотца там и прочее, прочее, прочее. Но вот в плане, допустим, физики поведения транспортных средств, ну прям совсем плохо. Что-то прям вот на уровне фарминг-симулятора. Вот чувствуются корни какие-то оттуда. Все крайне деревянное, какое-то непонятное, абсолютно неинформативное, нечувствительное вообще никуда. Оно как бы, ну, не знаю, как-то вот... Херово, короче, откровенно говоря. Чё я стесняюсь? Все откровенно говоря, херово. Подожду релиза, наверное, ребят. Не знаю, может быть, после релиза что-то поменяется. Как-то более-менее какие-то адекватные подсказки нам будут хотя бы на экране всплывать, чтобы понимать вообще, что делать. Потому что вот сейчас вот все вот написано на у нас этом. Ну, вот ресет вехикле можно, допустим, сделать. Но для этого нам надо в машину сесть. А я в нее сесть не могу, потому что она на бок упала. И дверь, типа, заблокированная. И вот как бы я ни нажимал, допустим, на эту сторону, как бы я ни нажимал там на ту сторону, я никак в эту машину уже, наверное, скорее всего, и не сяду. Прыгать можно, но не рекомендуется. Короче, это жопа, пацаны. Все, ребят, на этом все. Вот честно, неоднозначное какое-то у меня прям мнение о этой игре. Подождем, посмотрим, может быть после релиза станет лучше, но пока просто будем за ней следить. Если как бы вы заинтересованы тоже, ссылка, пожалуйста, в описании, смотрите, там желаемое добавляйте, отслеживайте. Но пока как-то не очень. Все, ребят, пока-пока, увидимся.